университетом. Началось уже в 2010 году, где подписали договор соглашения с целью взаимного сотрудничества и развития в области образования и научного исследования. Данный договор соглашения подразумевает следующее взаимодействие между университетами. Это совместные исследовательско-экспериментальные проекты, обмен преподавательским составом, студенческие обмены, организация совместных семинаров, конференций, симпозиумов, а также обмен научными изданиями, публикациями и другими материалами для исследовательских и образовательных целей. Но это как бы фотография при заключении договора соглашения между двумя университетами. Турецкое государство ежегодно прилагает стипендии на обучение в Турции. Эти стипендии даются студентам университетов, магистрантам, докторам наук и научным исследователям. Одна из этих стипендий – это двухмесячные летние курсы изучения турецкого языка в университетах Турции. Все студенты Баранычского государственного университета могут получить эту стипендию. Я думаю, многих это сейчас заинтересует. На летних курсах студенты изучают турецкий язык вместе с другими студентами. Студентами со всего мира. Обучение может проходить в университетах следующих городов. Это Анкара, Стамбул, Измир, Бурса, Трабзон, Самсун и, конечно же, Анталия. Представлены на данных фотографиях. Что включает в себя стипендия? Это бесплатное проживание в университетском общежитии, бесплатные двухмесячные летние курсы турецкого языка. И, конечно же, это ежемесячная стипендия, которая порядком составляет около $160. В прошлом году, в 2009-2010 годах, 4 студента БГУ, факультета экономики и права, воспользовались такой возможностью и поехали учиться в Турцию. Данные студенты изучали турецкий язык как второй иностранный в Барановичском университете. На летних курсах турецкого языка они побывали в Анталии. Вот как бы фотография оттуда. Анталия. На сегодняшний день 37 студентов заочного обучения и 56 студентов очного обучения факультета экономики и права на сегодняшний день изучают турецкий язык как второй иностранный. Мы начали нашу программу, но оказывается, мы узнали очень много интересного. И Турция не так далеко от нас, как мы думали. И мостом, сближающим нас, является не только могучий язык, но и, конечно же, такое прекрасное чувство, как любовь. И в этом нам помогут разобраться студенты Барановичского государственного университета. Türkiye sandığınız kadar uzakta değil. Aslında çok yakında. Şimdi öğrencilerim size ne kadar yakın olduğunu gösterecekler ve ne kadar ilgili olduklarını. Ben Uğur Kılıç. Güzel görüntüleri sizlerle paylaşmaktan yine gurur duyuyoruz. Baranç Üniversitesi öğrencilerinden. Şu anda Belarus öğrenciler Türkçe şarkı söyleyecekler. Yarın kaldım bu sevda boşuna, boşuna yazık oldu yazıma, kışıma. Ne yapsam bilmiyorum huyuna, suyuna, yanamıyorum artık bu duruma. Gayet güzel okuyorlar. Ayşe öğretmenimiz Baranç Üniversitesi'nde Türkçe dersleri veriyor. Kendisine bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Gerçekten gurur duyduk. Yani göğsümüzü Belarus'la kabartan biri olması bizi gerçekten sevindirdi. Emekleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Yani. Tahmin ediyorum bu videoyu izleyen bütün Türk arkadaşlar da sana minnettardırlar yani. Rica ederim. Sağ olun. Onlar da geldikleri zaman hep bizimle beraberler. Bir yardımcı oluyorlar. Bizimle beraberiz. Ben mutlu oluyorum. Nasıl peki Baranovic Üniversitesi'ni beğeniyor musunuz? Yani Baranovic Üniversitesi. Yani. Sevdiniz mi? Tabii ki çok güzel. Mevki konum olarak. Arkadaş diyalogları. Tam da çok güzel. Güzel. Güzel bir yer. Ve memnunuz burada yaşamakta. Teşekkür ederim Ayşe. Oh,
Ben Uğur Kılıç. Bu videoyu izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Paylaşımlarımız devam edecek.